Почти 15 тысяч казахстанских выпускников не сдали ЕНТ. В службе центральных коммуникаций итоги экзамена подвел директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов. По его словам, всего в этом году знания проверили более 97 тысяч детей, и 14% из них не смогли преодолеть пороговый уровень. Впрочем, у выпускников есть возможность пересдать тест. Однако претендовать на госгранты в вузы уже бесполезно, рассказали в СЦК. Средний же результат по республике составил 83 балла. Интересовались на брифинге журналисты и судьбой школьников, которые снимали видео и делали селфи на ЕНТ. Им ничего не грозит, однако в будущем году проверять и наказывать будут намного жестче, заявил Алимкулов. 9 выпускников были удалены. Удалены были они из-за того, что за грубое нарушение правил проведения ЕНТ, в частности, умудрились вырвать листы ответов. Мы над этим вопросом работаем совместно с МВД. И выводы текущего года мы сейчас подумываем, еще раз подчеркиваю, уважаемые журналисты, мы пока обсуждаем этот вопрос о введении административной ответственности, хотя бы на уровне какого-либо штрафа для тех лиц, которые нарушают правила проведения ЕНТ.